Всем привет! Продолжаем гулять по истории, исторические литературные герои. Сегодня расскажу немножко о сабинянках. Сабиняне – это одно из древнеиталийских племен, которое сыграло большую роль в образовании римской народности. Легенда из истории Древнего Рима говорит, что когда был основан Рим, среди его жителей не было женщин. А соседние племена не хотели заключать брачные союзы с римлянами, которые были известны своим разбоем. Ромул, первый царь Рима, решил перехитрить всех. Он пригласил соседей, сабинян, на праздник. И в разгар веселья, по знаку Ромула, римские юноши похитили сабинских девушек. Сабиняне не смогли защитить их. Пришли на праздник без оружия. Возмущенные вероломным нападением, поклялись отомстить. Через некоторое время собрали войско во главе с царем Титом Тацием и двинулись на Рим. Была кровопролитная битва, которая происходила под стенами Рима. Но вдруг на поле бросились сабинянки, уже ставшие женами римлян, и примирили враждующих. После этого, согласно легенде, римляне объединились с сабинянами, образовав единый народ, который сообща стали править царь римлян Ромул и царь сабинян Тит Таций. Вот такая вот история. Собрал немножко картинок в интернете о похищении сабинянок. Всего, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч.